Всем добрый вечер. Давно не снимала. Сегодня у нас пятница, короткий день. Но мне пришлось зайти домой после работы, одеть кофту с капюшоном, потому что эти 2 дня я одевалась по-легкому. Так по-легкому, что доходя 100 километров до работы или с работы, я просто замерзала. И только работа, дом, работа, дом. Сейчас вот раскраснелась, ходила по Магниту. Столько народу, все набирают, работают все кассы. В общем, ну, народу очень много. Впереди праздники. Вот я пока была одета, тепло, раскраснелась. Я тоже закупилась капитально, потому что у меня в холодильнике мышь повесилась. Сейчас покажу. Открываем. Майонеза 0. Старая пекинская засохшая капуста, которую надо выкинуть. Кефир. Ну, остатки молока. Бананы, которые я ем плохо, но на всякий случай. Остатки фасоли. И целая большая сковородка. На которой 3 картошинки. А, вот. Но это я клевала вечером, поэтому вилка перед сном. Поставила все равно в холодильник, потому что еды-то дома нету. Ну вот нету еды-то нету. Вот кусочек, конечно, сыру. Старый лимон надо закинуть, засохший имбирь. Ну, конечно, целая упаковка редиса. Ну и все. Ни супа, вообще ничего нету. В морозилке тоже. Кроме моих сладостей. Это клубника. Протертый. Как сказать, стрелки чеснока с перчиком. Это у меня капусточка. Это у меня грибочек, ну что, и все, нету у меня ни пельмешек, ни котлеток, вообще ничего нету. Только сладости, одни сладости. Также я на неделе заказала лекарства, и сегодня у меня последний день их выкупить. В общем, нужно было все равно идти, какая бы ни была погода. Хотя, нулочки, солнышко, ярко-ярко. В машине тепло, а на улице ветрюга. Так и ходила в капюшончике. Капюшончики. Ну ладно, в общем, показывать не буду сегодня. Хотя у меня вон опять 4 пакета. 1, 2, 3, 4. Вот, вот лекарства выкупила. Купила сама себе наушники для айфона, потому что ребенка не дождаться, обещают мне уже поди месяц, так точно. Вот. И я поменяла пленку на своем телефоне. И телефон у меня стал как новенький. Вообще вот это так тоже рада. Ребенок обещал, 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 обещал. А тут я зашла и всего-то 600 рублей поменять. Ну, конечно, деньги, но вообще как новенький. Оставила матовую пленку. Да, и на телефоне у меня почему-то всегда открываются кошки. Так. Не буду показывать, чего купила. Капуста свежая. А достану семечки. А, мне надо достать первым делом капусту квашеную, иначе она на этом протекает, чтобы не перевернулась и не вытекла. Это купила перцы, но не купила фарш. Так, я ищу бутылочку пива. Вот. Балтика 7. Сейчас погружу семечки и выпью бутылочку пива, потому что дома есть нечем. И купила 2 десятка яиц. Написано, что отборные, но такое ощущение по виду, что они не отборные. Все-таки у нас в эти выходные Пасха, а у меня ни одного яйца. В общем, пока не буду ничего разбирать.
Наверное, все-таки сначала выпью пиво. Алкоголик еще тот. Это я ездила в Шексну и нарвала веточек вербы. Миленькие, правда? Решила подправить их, ну, чтобы красиво они в вазочке стояли. Конечно, уже осыпаются. И веточки сами по себе очень сухие, хотя стоят в воде. Только, конечно, с моими ногтями и открывать пиво. Нет, открылось, открылось. Все замечательно. Буду пить из бутылки. Запах пива. Хотела сказать, брашки нет пива. Пиво, пиво. Прогружается интернет. Времени сейчас 6:30. Сажусь за компьютер. И чтобы не провалиться в сети интернета, взяла с собой тетрадочку, где написала 12 пунктов, что я должна сделать за сегодня и выходные. Вот. Один пункт я уже выполнила, еще должна один выполнить, пересадить цветок, вот. Чтобы напоминала мне, что я должна работать еще. То есть я обязательно нужно это сделать. Вот это сделать. То, что там написано.